тебе замечание делать? Тебе сам ты я поднял. Забери телефон, да и все, что это? А где меня руку поднимаешь? Бери себя, бери на стойку. Ты меня ударил конкретно. Так я в ответ тебя ударил. Ответ? Да, докажешь? Да, конечно. Ты сам ты чего ерзаешь? Где водители нападают? Отдай. Да, конечно, а что ты там вообще нельзя? Сегодня утром в теплый крещенский сочельник на улице Титова на автобусной остановке переулок Рижский в автобусе 019 номера приключилась драчка между пилотом и пассажиром. По словам очевидцев, начался конфликт с того, что автобусник поперек ПДД стал громко базарить по телефону без гарнитуры. Пассажир сделал ему замечание, после которого автобус, прикиньте, налетел на бордюр и встряхнулся. Пассажир достал мобилу и сообщил водиле, что ща позвонит в его контору и пожалуется на него. Автобусник не придумал ничего лучше, кроме как вырвать у пассажира его телефон и бросить на пол. А понятно, что после этого пассажир пощупал водительское лицо. На остановке начались поиски брошенной мобилы. Где лежи? Где? На полу! Какого? Найди сам, у меня кричаешь-то! Я тебе брал, что ли, телефон? Он у тебя на полу! Ты у меня вырвал его, ты чё? Телефон давай мне. Поехали уже. Ты куда едешь, что человек в дверях стоит? Отойди. Давай телефон. Отойди телефон. А давай телефон. Дайте, пожалуйста, посмотри. Номер говори. Завершился антагонизм тем, что мобилу горячему парню вернули, ну а водилу пассажиры подпнули, потому что вторник, утро, на работу надо. Если, конечно, она у вас есть. Друзья, любите друг друга. Все снимаю, только попробуй ударить. Сразу приличный пойдешь. Вот именно. Отдай его телефон. Телефон отдай. Ударил, ударил. Телефон отдай. Я пробую телефон. Все, поехали. Поехали. Поехали, мы на работу опаздываем. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.